Всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать про отличный проект Bluejuice, далее про дорожную карту продукта и затронем некоторые другие темы. Так, в августе 2016 года была инновация проекта и продажа токенов, технический документ, веб-сайт первоначального партнерства в области экосистем, продажа частных токенов, продажа общественного токена. А в апреле 2019 года будет бета-запуск, бета-лаунч, первоначальные партнерские отношения с экосистемами. А запуск Bluejuice в Индонезии будет в июле 2019 года. Публичный запуск в Индонезии 3 канала. То есть образование, красота, туризм, партнеры в экосистеме на борту. 2020 год, январь. Расширение бизнеса на ключевых азиатских рынках. Расширение в азиатских странах, таких как Сингапур, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Япония и Корея. Новые каналы, расширение партнера экосистемы. В апреле 2020 года улучшение функции, новой функции для корпоративных пользователей. Запуск развертывания новых каналов. Расширение партнеров экосистем. Расширение бизнеса для отдыха в Азии. 2020 год, в июле, в январе 2021 года. Глобальное расширение на другие рынки, такие как Европа, Южная Америка, продолжение внедрения новых каналов, расширение партнеров и экосистем. Так, захватывающее обновление, путешествие Bluejuice, и проект рад поделиться с вами этим. Вот на фотографии можно подробнее посмотреть про это. Ссылку, естественно, на проект оставлю в описании. Охват СМИ. Bluejuice имеет функции в ряде медиа, некоторые из них. Крипто, Альткоин Эра, Криптомани, CCN, команда проекта «Разнообразная страстная команда с успешным посольством списком». А действительно отличный профессионал своего дела, с ними все можно ознакомиться по ссылкам в LinkedIn. Консультативный совет, консультант это лидер отрасли, эксперт в области видео, блокчейн, криптографических токенов, технологий и предпринимательства и финансового рынка. Партнерство. Bluejuice стремится создать открытую платформу для всех пользователей вместе с партнерами по экосистеме, чтобы беспрепятственно предоставлять и потреблять услуги. В настоящее время проект обеспечит партнерские отношения с несколькими учреждениями, которые взяли на себя обязательство использовать платформу Bluejuice. Это ускорит рост пользователей на платформе. Такие проекты, как Blockchain Innovation Center, Pineapple Tech, Business University, Adlin Press Comics, Radio Jobs, Unibridge и Tristar. Продаж токен. Как купить токены проекта? Итак, токен построен как маркер RC20 на блокчейне Ethereum. Количество токенов 1 миллиард. 1 CYS токен равен 10 центам США или соответствующему сумму в Ethereum, определяемая советом на основе преобладающего обменного курса. Софткап 5 миллионов долларов. Хардкап 40 миллионов долларов. Принятая валюта Ethereum. Так, следующий адрес для контакта токен проекта, это не адрес депозита, не посылайте ему токен для внесения депозита, используйте форму депозита на платформе продаж токена. Вот, это ссылка. В этой кнопке можете купить токены CYS. Структура токена, распределение токенов. 40% продажи и бонусы токен, 10% вознаграждения и награды, 5% советники и ранние сторонники, 15% учредители и команды, 30% резерв компании. Резервный фонд будет использоваться для развития бизнеса, сети будущих потребностей, финансирования и ликвидности, срок перехода для токенов CYS. Использование фонда, структура распределения финансирования. Все средства, полученные от CYS токен сейл, будут использоваться исключительно для разработки и продвижения роста платформы. Bluejuice модель распределения для фондов продажи токенов будет следующим образом. 40% маркетинг и рост, 15% операционные расходы, 5% управления и правовая сфера, 10% вклады сотрудников, 30% разработка продукта. Вот я вас подробнее знакомил с данными темами, в частности, с дорожной картой проекта. Я всем советую присоединяться, ведь идея проекта очень хорошая, упростит жизнь вашу, как отдельно взятого человека. Проект имеет высокие рейтинги, что говорит о том, что проект ожидает действительно отличное будущее. В общем-то, всем советую присоединяться, получить большую прибыль в будущем, пользоваться своим продуктом проекта. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.